Каждый будний день Олег Степанов просыпается раньше восхода солнца и спешит на работу. В любую погоду, не покладая рук, он убирает город. С начала сезона с улицы Мичурина вывезли на специализированные полигоны около 500 тонн снега. Приходится долбить и лед, и снег, и всякая грязь убирать. Тут физическая нагрузка у нас, да, хорошая. То есть вы сами видите, какие тут все это довольно-таки, так сказать, крепкие мужчины. Расчисткой тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, дорог, трамвайного полотна. Всем этим на улице Мичурина занимаются более 10 специалистов и 10 единиц техники. Жители высоко оценивают работу служб благоустройства. Чистый город, как говорится, должен быть. Коммунальные службы хорошо работают. Визуально даже если посмотреть, везде расчищено, все хорошо. Проезжая часть, тротуары. На улице Мичурина основной комплекс по содержанию улично-дорожной сети уже выполнен. Сейчас около бордюров собирают остатки снега и щеткой зачищают тротуары. Два раза в неделю проводят мониторинг специалисты контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства. В случае выявления недостатков выписывают предписания для устранения недочетов. Уже в эти выходные синоптики прогнозируют снегопад. Городские службы и подрядчики к нему готовы. В первую очередь будут убирать дороги, по которым ходит общественный транспорт и где находятся социальные объекты. В случае необходимости будут применять реагенты. В связи с многочисленными обращениями граждан в социальных сетях, в Твиттере, был пересмотрен расход. Сейчас как бы стали это делать более локально и обрабатывают именно там, где это на самом деле необходимо и нужно. В первую очередь это делается для безопасности наших граждан как на проезжей части, так и на тротуарах. Коммунальщики уделяют повышенное внимание дорогам, которые в этом году были отремонтированы комплексно и большими картами по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы они сохранили свой первоначальный внешний вид и прослужили горожанам после ремонта как можно дольше. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.